В южных регионах уже созрели лук, чеснок, ранний картофель. Пришло время убирать эти корнеплодные овощи на хранение. Я уже знаю со собственного опыта, когда убирать лук, чеснок, когда его высаживать, убирать и закладывать на хранение, чтобы они хорошо хранились. И хочу поделиться с вами этим опытом. Самое лучшее для хранения лука – это дни льва и дни овна. Именно лев и овен покровительствуют луку и чесноку. Получается всегда хороший, здоровый чеснок и лук. Я стараюсь высаживать в зиму чеснок и лук именно в эти дни. Убираю, вот удалось убрать в овен, и, естественно, и закладка будет на хранение. Но сейчас речь пойдет об июльских днях, лучших днях июля, когда можно убирать лук, чеснок и картофель. Я составила такой график, которым хочу поделиться с вами. Итак, с 7 по 9 июля убывающая луна, как раз убывающая луна, наиболее эффективно для уборки, но если созрели овощи, то можно и в растущую луну, но в определенные знаки. Итак, с 7 по 9 включительно, убывающая луна в Тельце, можно убирать все корнеплодные овощи, лук, чеснок, ранний картофель. С 10 по 11 июля убывающая луна в Близнецах, тоже убираем все корнеплодные овощи. С 14 по 15 июля уже будет растущая луна, в начальной стадии будет лев. Вот в этот день нужно убирать лук и чеснок. Это знак покровителя этих культур. С 18 по 19 июля растущая луна в Весах. Здесь как раз подходит уборка раннего картофеля и всех корнеплодных овощей, если есть в этом необходимость, потому что разные регионы и разные условия. С 25 по 27 растущая луна будет в Козероге. Здесь тоже дни корня, все корнеплодные овощи можно убирать. Ну и с 27 по 29 растущая луна в Водолее, как раз перед этим 27 у нас лунное затмение, полнолуние, тоже возможно убирать все корнеплодные овощи. Все зависит от необходимости, в зависимости от погоды. Если идет дождь, то, конечно, очень сложно проводить уборку. Выбирайте дней более чем достаточно для того, чтобы провести уборку. Самое главное, помнить нужно, что нельзя убирать во влажные дни. Это рак, рыба, скорпион не любит для заготовки и для уборки дни девы. Ну и стрелец опасно, потому что в стрельце, если даже где-то какая-то царапинка или удар, то овощи тоже очень быстро гниют. Вот это самая главная информация. Лучшие дни, вот, пожалуйста, я оставляю вот буквально несколько секунд, чтобы вы запомнили, остановили себе, записали. Пользуйтесь тем, что наработано уже годами. Удачных вам заготовок, удачной уборки корнеплодных овощей!